Как холодно, у нас минус 20. В общем-то, вы на стриме раз, наверное, 20 попросили что-нибудь приготовить и снять кулинарный влог. Я вообще ни разу не повар, я готовить вообще не умею, на самом деле. Но знаю некоторые такие маленькие секреты. Что-нибудь такого быстрого, перекусного, как правило, очень вредного. И сегодня, вот, раз уж вы так просите, поделюсь с вами одной хитрой штукой. Сейчас будем готовить сардельки в панировке. Тут не просто, не целиком сардельки, а порежем их на маленькие кругляшочки. В панировочку и в масле их запечем. И к чаю можно на завтрак, но у нас в данном случае на ужин. Для приготовления нам нужны сардельки, мука, куриное яйцо, молоко, в идеале белорусское, сахар, соль и чуть соды. Какая у тебя лампа над головой? Прям у тебя подсвечивает твою голову. Бывают простые рецепты, а бывают прям неприлично простые рецепты. Берем муки. Раз. Два. Три. Берем сахар. И спросите, нахер сахар? Я сам не знаю. Знаешь, что надо? Пару ложек. И соли. Щепоточку. Повторю. И соды нужно. Соды вообще чуть-чуть. Только не спрашивайте меня, пожалуйста, в комментах, зачем сода, зачем сахар. Я не знаю. Мне обычно, когда что-нибудь интересное, рецепты такие, ну где-нибудь что-нибудь попробуешь прикольное, вкусное, интересное, я просто спрашиваю, как это готовить, потом использую в жизни. А зачем туда что ложить? Почему, для чего? Блин, это не ко мне. Это к славному дружу, он все знает. Добавляем яйцо. И молоко. Чуть не забыл. Приправочку туда надо. Приправу для мяса есть какая-то. Петрушка нам подойдет. О, хмель сунели. Мне нравится. Немножко хмели. Сунели. Так, вообще децл. Можно куркуму и для цвета. У нас нет куркумы. Да? Ну, только если для плова искать какой-нибудь универсальный. Плова, для курицы. О, ну для курицы есть. Да, либо для курицы. И? Это хорошенько размешивать. Молока добавляем, чтобы вот такая консистенция получилась. Как густая-густая сметана. Переливаем эту хрень в кружку. Для удобства, чтобы было удобнее все делать, макать. Берем сардельки, берем дощечку. К сожалению, нет у нас белорусских, но есть российских. Почему мне нравятся белорусские? Сардельки, колбаса. Читаю, написано. Говяжьи сардельки традиционные. Состав. Мясной продукт, колбасные изделия, сосиски вареные. Состав. Говядина, филе, куриные грудки, свинина. Еще спасибо, что сои нет. Куриные яйца, молоко, пряности и так далее. В общем, что дальше делаем? Нарезаем вот на такие плюшки. Можно побольше чуть-чуть, можно кому как больше нравится. Прямо так. Теперь берем сковороду. Нагреваем чуть-чуть, добавляем масло. Масла надо много, то есть почти как на фритюре. Прям так. То есть не совсем фритюр получается, но близко к тому. Накалываем, макаем хорошенечко. И отправляем сюда. И туда.
Готовится очень быстро, буквально там, не знаю, 30 секунд с каждой стороны. Потому что сами по себе сосиски, сардельки, они уже изначально готовы. Ну, чтобы масло стекало, берем, соответственно, тарелку, берем бумагу или салфетки, закладываем и готово. Ждем, пока стечет масло, можно кушать. Ну, в общем-то, получилась вот такая вот штука. И все бы ничего, и она должна быть вкусной, но, к сожалению, сосиски оказались испорчены. И все теперь придется нам выбросить. За 6 лет в Беларуси ни разу я не смог где-либо купить и даже, в принципе, найти просроченные продукты в магазине. Вообще ни разу такого не было. В России мы живем 4 месяца, блин. Это уже второй раз, когда мы попадаем вот. Причем покупаем нормальный продукт, не какие-то акционные, там, срок годности этих сардельек аж до 14 числа еще. Но они реально порченые. Эх, ладно. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Пойду в магазин поругаюсь.